Тысячи верующих собрались в центральную джумму мечеть Махачкалы, чтобы отметить день рождения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Мечеть заполнена до отказа. На первом этаже расположены мужчины, на втором – женщины. Перед собравшимися читали строки священного Корана и в стихотворной форме прославляли пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Принять участие в мавлиде приехали ученые-богословы с разных уголков Дагестана. Они рассказали о величии и добром нраве посланника Всевышнего. Наши алимы рассказали много чего полезного из жизни описания нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и что способствует увеличению любви к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, в сердцах посетителей. Мероприятие посетил духовный лидер мусульман республики. Муфтий поздравил верующих с этим знаменательным днем. Шейх Ахмад Афанди говорил о необходимости улучшать свои нравы, воспитывать детей и не быть равнодушными к проблемам других людей. Вот это равнодушие, то, что после 90-х годов в Дагестане вот это распространилось, ненужное течение. Вот такое равнодушие, если у нас и сегодняшнего дня тоже будет, конечно, мы еще другое что-то будем иметь. Вот пример хочу я привести. Недавно наши дагестанцы, метро говорит, одного парня были. Тот день, когда вот это говорили, ну, мне было стыдно себя называть дагестанцем. Ну, очень стыдно. Представьте, из-за них сейчас многим проблемы будут в этих регионах. Маулид ан-Наби продлился чуть более 2 часов. Вдохновляющая история о пророке и нашиды на разных языках не оставили равнодушными никого. Этот маджлис на данный момент, я такого не видел еще, очень хорошего, очень массового. Я благодарю Аллаха, что я тоже здесь оказался. Встреча завершилась общей молитвой за благополучие Дагестана. На выходе участников ждал приятный сюрприз. Им раздали пакеты с подарками от мецената Сулеймана Керимова. Хамз Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.